Здравствуйте, мы приветствуем вас в нашей творческой студии, которая называется Чижевский Лессонс. Меня зовут Роман Чижевский, и рядом со мной Алекс, преподаватель гитары. И мы решили вам рассказать о том, как мы преподаем гитару и что вообще у нас здесь происходит. Сначала я расскажу об акустической гитаре, а потом Алекс расскажет об электрической гитаре, и так будет понятно, что зачем идет. Значит, что касается акустической гитары. Есть две школы по гитаре. Это школа эстрадная и школа классическая. И у нас есть, кстати, еще третий преподаватель, который занимается классической гитарой. Его сейчас просто нет, но у нас тоже такое существует. Но я вам расскажу вкратце о том, что это такое. Эстрадная гитара отличается от гитары классической не только тем, что на ней стоят другие струны. То есть вот эта гитара с металлическими струнами, а на гитаре классической на ней стоят струны нейлоновые. И отличаются эти гитары не только струнами, они отличаются материалом, который играется на этих гитарах. Материал, где подразумевается, что музыка. Вот. Там играется Испания, фламенко, классическая музыка, там Бетховен. А на гитарах с металлическими струнами играется песня репертуар и играется такой современный стиль, который называется фингерстайл. Я потом поиграю и расскажу, что это такое. Вот. Поэтому прежде чем приступить к обучению гитаре, нужно определиться, что вы сами хотите. И здесь уже вопрос только лишь в том, что именно вы должны просто четко понимать, что именно вам нужно. И тогда будет легче. И гитару можно покупать соответственно тому, чему вы хотите научиться. То есть, если вы хотите научиться песенному репертуару, то нужно выбирать гитару с металлическими струнами. И не спешите покупать гитару, лучше свяжитесь с нами, мы вам подскажем, какую гитару лучше всего приобрести и купить. Вот. Что касается гитары с металлическими струнами, которая называется гитара акустическая. Сейчас как раз такая гитара у меня в руках. Она может быть с подключением, вот у нее есть подключение, мы сейчас ее включили в колоночку, чтобы мы поиграли, потом даем. Также такая гитара может идти без подключения. Гитара может быть с вырезом, либо без выреза. Это пока не имеет особого значения. Если вкратце рассказать о том, что можно сыграть на акустической гитаре, то на акустической гитаре можно сыграть, условно говоря, три разные вещи. Первое, это называется аккомпанемент. Это то, с чего все начинается. Аккомпанемент – это когда мы аккомпанируем себе, когда поем какую-то песню. Ну, допустим, возьмем какую-то известную композицию, песню, допустим, «Звезда, пойми солнце», или «Кукушку», песню Виктора Цоя. Давайте «Кукушку» попробуем. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пролой. Вот. То есть, что сейчас было? Сейчас был аккомпанемент. То есть, я играл на гитаре аккомпанемент. Я играл аккорды, и тем самым я подыгрывал себе самому. То есть, я сверху пел, а то, что гитара звучала, это был аккомпанемент. И это начальный уровень обучения на акустической гитаре, когда мы изучаем аккорды. Аккорды – это то, что прижимается к левой руке. Это такой аккорд, вот такой аккорд, вот такой. И из этого состоит песня. То есть это можно сыграть разными приемами звукозначения. Можно сыграть вот так. Песен еще не дописанных, сколько. Ну и так далее. То есть это можно сыграть по-разному. Это называется прием звукозначения. Это правой рукой, когда мы играем. Это можно сыграть по-разному. Аккорды остаются те же самые. Второй уровень обучения на гитаре – это когда мы переходим к технике соло. То есть я когда пел песню, я напевал мелодию. Песен еще не дописанных. Ее можно сыграть на гитаре. И это второй уровень обучения, когда мы начинаем изучать уже мелодии. То есть мелодия – это больше имеет отношение к электрогитаре, потому что здесь оно больше применительно, потому что мы сейчас говорим о соло. То есть соло переводится как один. И применение такой партии будет возможно только при условии, если кто-то тоже играет с тобой на гитаре, либо если ты участвуешь в музыкальном коллективе, то есть музыкальный коллектив тебе подыгрывает, он тебе аккомпанирует, это и есть аккомпанемент, то есть они являются
аккомпанирующим составом, а ты как солист, то есть единица, ты выходишь вперед и ты играешь соло. И тема, о которой я сейчас говорю, это второй уровень обучения, который в основном касается электрогитары. Потому что если это играть на акустической гитаре, то это тоже определенного рода рост, но это будет больше применяться на гитаре, на электрогитаре. На акустической гитаре это будет звучать так. Аккомпанемент. И, соответственно, второй уровень тоже очень хорошо понимать, потому что там уже мы начинаем говорить о теории музыки более углубленно, потому что сделать без теории музыки это невозможно. И третий уровень обучения, это называется фингерстайл, это когда мы объединяем мелодию и аккомпанемент вместе. Который я играл до этого. Это считается самым сложным, что можно сыграть на акустической гитаре. Ну, я имею в виду именно эту композицию, я имею в виду именно этот подход, когда мы объединяем мелодию и аккомпанемент. Обычно этим занимаюсь на гитаре классической, то есть классическая гитара как раз тем и отличается тем, что на ней происходит именно вот этот уровень третьей сложности, когда мы играем сразу и мелодию, и аккомпанемент одновременно. В чем здесь разница между гитарой классической и акустической? В том, что на гитаре акустической мы можем здесь доигрывать перкуссионные моменты, вот такие. Считается самым сложным. Вот примерно в двух словах именно то, чем занимаемся мы по акустической гитаре, то есть мы вдвоем преподаем акустическую гитару, и у нас метод одинаковый, потому что мы можем взаимозаменять друг друга, потому что очень важно, чтобы мы преподавали одинаково, потому что чтобы не получалось какой-то ситуации непонимания, когда, допустим, мы поменялись учениками, либо что-то пошло как-то по-другому, ученики встречаются и понимают, что они имеют совершенно разную информацию. И поэтому я где-то полгода назад записал большой видеокурс, выложил свою методику преподавания, его очень подробно описал, и мы пользуемся этим видеокурсом, и поэтому это творческая студия, я ее назвал Чижевский Lessons, потому что здесь есть именно авторская методика, которой мы пользуемся для обучения на акустической гитаре. Также это еще применительно взаимодействие с учениками и объединение их в музыкальные коллективы, но это тема чуть-чуть другая. Так, чтобы было просто понятно по акустической гитаре, что мы занимаемся здесь одним и тем же, потому что мы следуем одному и тому же материалу, который изложен в видеокурсе, более 5-часовой видеокурс, и по нему мы исследуем. Когда ребята уже могут освоить аккорды, когда они уже могут сыграть песни, и у них это получается хорошо и достойно, после этого можно попытаться играть на электрогитаре. И сейчас
Алекс расскажет о гректогитаре, мы решили сегодня сделать так. Я расскажу об акустической гитаре, он расскажет о гректогитаре. Понятно, что я тоже могу сыграть на электрогитаре, а он может сыграть на акустической гитаре. Но чтобы не было вот этих обмен гитар, мы решили так разделить этот урок открытый по гитаре, что он расскажет о гректогитаре, я расскажу об акустической гитаре. Вот сейчас слово ему. Расскажем, значит, я начну про электрогитару. Электрогитара для того, чтобы играть в коллективе, то есть сольно дома, сидя, на ней особо много не разгуляюсь, она для игры в коллективе. То есть вместе с дуэтом, вместе с другой гитарой, либо с барабанами, либо с басом. Вот. Либо все это соединять вместе, то есть барабан, и вторую гитару, и электрогитару, и вокалиста. На электрогитаре, прикол электрогитары, что на ней можно играть вот как на чистом звуке. Играть аккомпанемент, какие-нибудь там аккорды. Также можно добавлять различные эффекты для того, чтобы прибавить какое-то настроение, допустим, какие-то соло-партии. То есть в этом плане электрогитара, она более есть обширный такой спектр звучания, потому что на акустике ты этого не добьешься. На электрогитаре можно различные эффекты, педальки, это все смешивается, соответственно, звук будет более такой обширный, и поэтому в группе она будет придавать такого интересного, обширного звучания. На электрогитаре можно играть в различных стилях, допустим, таких, как, я не знаю, какой-нибудь блюзик. Так и какой-нибудь там рок какие-нибудь. То есть в этом плане электрогитара, я же говорю, у нее более широкий спектр звучания, более, в общем, как-то так. Можно еще поиграть и на музыкальном коллективе, да. Да, то есть получается, что электрогитара – инструмент, который является сольным инструментом музыкального коллектива. И когда дома играешь сам, то от этого особого удовольствия не получается. Для этого нужен напарник, нужно играть с кем-то, либо нужно играть под минус. Есть такая еще возможность играть под минус. Это когда ты включаешь минусовку какой-то музыкальной композиции, играешь на электрогитаре. В этот момент они выступают как аккомпанемент, а ты выступаешь как солист. И также возможность еще поиграть с кем-то, например, поиграть вдвоем. Ну, сейчас продемонстрируем, как это может быть. Это когда один играет аккомпанемент, я буду играть аккомпанемент, а гитара будет играть соло. Ну, мы решили сделать это более как бы интереснее. Я начну на акустической гитаре играть какие-то сольные фрагменты, а потом я начну играть аккомпанемент, и он уже начнет играть на электрогитаре, и будет понятно, как это звучит и работает вместе. Thank you.
Спасибо, спасибо. Результатом обучения на этих музыкальных инструментах все равно в итоге будет игра в музыкальном коллективе, потому что по-другому она особо не применяется. Так что у нас здесь есть возможность заниматься на бас-гитаре, на барабанах, на клавишах, заниматься вокалом, поэтому если у вас будет желание заниматься по гитаре, напишите нам, и мы ответим на все ваши вопросы. Спасибо большое, что были сегодня на нашем уроке.